Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Я хорош, всегда свеж. Ну и что там слышно? Сейчас мои квадратики пошли. Квадраты пошли, йоу. Интернет плохой. Привет. Ксюшка, рассказывай, как ты там? Ну, это ты рассказывай, ты вообще на море, что я тебе буду рассказывать? Да не, на море нормально, короче, Бельгия просто проиграла, и мы грустим. Завтра я пойду на матч Англии. Че? Завтра пойду на полуфинал. Йоу, респект, нига. Ну что, расскажи по поводу... Что по поводу батла скажешь? По поводу батла я скажу, что батл был хорош. Я считаю, что мы разъебали и приготовили очень вкусное блюдо для наших слушателей. И они обязательно его попробуют. Отрежь всех и оставь ему, чтобы... Что, это реально? Что, слышь, дырявый Данёк. Короче, это хорошо. Ты куда катишь-то? Мы катим, просто катаемся. Просто. С Димариком? Да нет, с Димариком. Димон, привет! Здорово, давай. Здорово всем. Пацаны, всем пуховее. Что солнце. Что за петух говорит? Слышь, петух дырявый. Подписчики спрашивают, что за петух? Просто. Салют, поводырь, салют. Чё говоришь? Что ты сделаешь? Кого?
Они ждут видео, когда выйдет видео. Все привет передает Оля Лепс. Там... Тебе тоже привет. Да это не тебе, Макс, это Диман, что ли, передает привет. А встать? Чё, ты лучше, типа, расскажи, что там, как. Может, планируются у тебя какие-то... Это чё, типа, это интервью было? Может, альбом выпустишь, порадуешь нас своих? Да может быть. А как переключить камеру, ёпта? Ага, вот же как. Посмотрите, как у меня... ЖККТ моё. Давай, петух-то, это... В туза не долбись сильно, братец. А то оторвётся нахуй, у тебя нитка анальная твоя. Вот. А, Ксении привет, конечно же. Всем привет. Привет Калининграду. Привет Крыму. Сочи. Сочи, Самара. Что там в Москве по погоде-то? В Москве погода говно. Завтра тоже погода говно. И вообще в Москве погода говно, а у вас там погода отличная, мне кажется. И я считаю то, что все прекрасно. Передаю привет маме своей. Дочь приезжает. Не, пока в Харькове не будет ничего. Это, Ксюх, короче, давай пиши, типа, песни всякие, там, рэп делай. Делай рэп. Песни? И хорошо. Я приеду и будем делать усиленно. Именно песни. Хорошо, я пишу. Видишь, со мной песни. Итальянец. Бонасера, сеньорита бонасера. Это что? Это брат его. В Сочи ждем всех, в Сочи ждем, приезжайте. Что-то я, кстати, слышь, что я, кстати, звонил это, который ты номер скинул, он не берет трубу. Я ему звонил и говорил, то, что типа связаться с тобой. Что-то... Ну ладно, я думаю, что там, он сам перезвонит мне тогда, когда сможет. Да, я думаю, перезвонит. Он мне сказал, что в Инстаграме тебе звонит. Ладно, Ксюх, короче. Давай, все, всех обнял, всем, кто был в эфире. Йоу, салют, камон. Спроси у Жеки Расту, за сколько он со мной фит забил. Жека? За десятку. Да, за сколько? Миллионов гривен. За десятку гарика забил? Нет, за десятку миллионов гривен. Я сказать хотел, короче, рвите финал, берите 300 и приезжайте к нам. Хорошо. Ладно, Максон, я пошла тогда гривны. Давай, и Криду не забудь набрать по поводу трека. Давай, сейчас, короче, Криду позвоню и договорюсь с ним, чтобы это, на Газгольдер поеду. О, кстати, расскажу тебе по телефону. Тут ресторатор потянул на одну движуху. Вот. Короче, расскажу по телефону, не тут. Позвоню. Ну, давай, или в WhatsApp, короче, напиши мне просто, и все. Прям сейчас. Голосовое. Давай. Окей. Все, всем пока, всех давай, обнял. Все. Давай. Пока-пока. Йо, прокила нас покинул. Надеюсь, что у вас все хорошо. Помнишь, куда мы ехали? Нет? Вот, я тебе могу адрес, если честно. Но не в трансляции. Фристайл закину с нойзом. Да и прям сейчас закину. Давайте сейчас. Все, давайте, я вас целую. Вы все прекрасные, хорошие мои ребята. И сейчас закину видео фристайла. Все, давайте.